Настало время событий в Google Analytics, да и вообще. События – это все, что пользователь делает на сайте. В аналитике они были и раньше, но их нужно было настраивать отдельно. Тоже, конечно, не все. Старт сессии или заход на сайт нового пользователя – это тоже событие. И оно фиксировалось на автомате. Но в Analytics 4 все действия посетителей на сайте учтены и разложены по полочкам. И полочки эти – это, собственно, события и есть. Вот мы на главной. За вчерашний день у нас был уже один пользователь, это новый пользователь. Так как счетчик у вас новый, большинство пользователей у вас будут новыми первое время. И с этим пользователем было связано аж целых 12 событий. Среднее время взаимодействия – 1 минута 11 секунд. У кого-то может сложиться неверное представление, что пользователь провел на сайте чуть больше минуты и совершил за это время 12 действий. Мы не знаем точно, сколько времени он провел на сайте, об этом мы еще поговорим. Зато мы знаем точно, что он не совершал на сайте за это неопознанное время 12 действий. Потому что, во-первых, мы знаем, что одно действие на сайте может стартовать сразу несколько событий, а во-вторых, потому что мы просто можем посмотреть, какие действия совершал человек на сайте и какие события в связи с этим запустились. Находится это в отчетах. Взаимодействие и события. Кстати, очень хорошо, что за вчерашний день на сайте был только один человек. Это, кстати, я. Потому что прекрасно видно, что с этим одним человеком на сайте было связано. Вот, 4 события. Они включены в аналитику по умолчанию и стартуются всегда при заходе на сайт любого посетителя. 3 всегда, 4 по ситуации. Page View – просмотры страниц. Человек зашел на сайт, значит, он открыл страницу. Нельзя зайти на сайт, не открыв ни одной страницы. Session Start – опять же, человек зашел на сайт, запустил сессию. Вообще, конечно, мы подробно рассмотрим эти 4 понятия, а пока вкратце. User Engagement – вовлеченность пользователя. Это какие-то действия пользователя, например, открытие новой страницы. Если человек это сделал, значит, он вовлечен. И, наконец, First Visit. Первый визит – это как раз то событие, которое стартуется не всегда. Первый визит – он и есть первый визит. Это значит, что человек зашел на сайт впервые. По каждому событию можно посмотреть дополнительную информацию. И что касается просмотров страниц, например, мы можем посмотреть, какие именно страницы просматривал посетитель. Был он дольше, чем 0 минут 23 секунды, просто никаких действий не совершал, и аналитике неоткуда взять информацию о времени взаимодействия. Нет второй точки, по которой она может это время рассчитать. И сейчас я расскажу об очень важной фиче аналитики, которая сильно поможет вам в понимании и изучении событий. Она не очевидна, и потому можно было бы назвать ее лайфхаком, но это не лайфхак, просто в силу того, что знают об этом почти все. Речь идет о Debug View, который в реальном времени отмечает все события на сайте, и кроме собственного исправления ошибок того, для чего он предназначен, Debug View является очень большим подспорьем в понимании того, что такое события, когда они запускаются и за что отвечают. Спрятан он в панели администратора, а сюда заглядывает не всякий. Зря, кстати, мы сюда заглядывать будем. Запустили, но ничего не происходит. Во-первых, потому что ничего не происходит на сайте, а во-вторых, потому что нужно еще и запустить скрипт отладчика в браузере. Теоретически можно через Google Tag Manager, но у меня он почему-то немного криво работал, поэтому я вам советую установить расширение для Chrome, ну или браузеров на основе Chrome под названием Google Analytics Debugger. Разработчик сам Google, ссылку оставлю в описании. Иконка появляется в трее браузера, и ее нужно просто включить. Сделать он. И вот теперь, если мы зайдем на сайт, в Debug View у нас отобразится, с небольшой задержкой отобразится, событие в реальном времени. Page View – кто-то открыл страницу. Фиксировать Debug View будет только ваше поведение, ну то есть то, что делаете вы в том браузере, где установлено расширение. И сделано это для отладки событий. Сейчас мы будем разбираться с событиями, подключать какие-то дополнительные. И вот для того, чтобы сразу увидеть, сработало или нет, Google придумал вам в помощь такой замечательный инструмент.